Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 4 февраля, Тимофеев день. День назван в честь святого апостола Тимофея. В юности он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшего от неверия во Христа. И только выполнив приказ Бога, Павел вновь прозрел. Тимофей так был удивлен произошедшим чудом, что пожелал стать учеником Павла и принял мученическую смерть во имя веры. При жизни был епископом, а умер потому, что на празднике язычников выступил с проповедью, за что был побит камнями. В народе этот день называют днем Тимофея Полозимника. Считается, что до весны уже недалеко. И тем не менее, этот день считался одним из самых холодных дней в году. Даже птицы не вылетают сегодня. В народе говорили, что тимофеевские морозы сшибают рог зиме. Она идет на спад. С этих дней начинается февральские метели. Люди даже оставались дома и проводили время в своих делах. Кто отогревал замерзших животных, кто чинил инструменты и домашнюю утварь, другие перебирали оставшиеся запасы. В этот день знахарки лечили грыжу. День для этого наиболее благоприятный. Сегодня девушки устраивали соревнования, кто дальше всего прокатится на санках с горки. Считалось, что победительница будет богата льном в течение всего года. Сегодня пчеловоды встряхивали ульи, проверяли состояние пчел. Если было слышно жужжание, значит пчелы живы. Приметы. Если днем светит солнце, это к ранней весне. Много снега на Тимофея, будет хороший урожай зерновых. Если сегодня стекла в доме запотели, а на улице мороз, скоро потеплеет. Узоры поднимаются вверх по стеклу к морозам. Если идут вбок к оттепели. Если начиналась метель, то такая погода продлится около недели. Сны, которые снятся в ночь на Тимофея, вещи. Тренировка подошла к концу, вы видите все на моих часах. Краткий итог. Что вы должны почувствовать по окончанию тренировки по ходьбе? В первую очередь, снизу вверх делаем такую своеобразную диагностику. Ни один из суставов не болит. Ни голеностопный, ни коленный, ни тазобедренный, ни в пояснице, ни в шее, ни в плечах даже особой. Никаких болей нет. Наоборот, такое приятное, расслабленное, прогретое состояние. То есть за счет ходьбы мы привели тело в рабочее состояние. Появился голод. Такое небольшое чувство голода. Как раз сейчас мы будем принимать завтрак. Потому что многие люди вообще едят без аппетита. Откуда его взять? Вот так вот надо его нагулять. Нагуляли. Далее. Голова стала такая ясненькая. Она у меня, правда, всегда бывает ясная. Но тем не менее. Ясненькая. Дышится легко, такой оптимизм, настроение ровное, приподнятое. Даже, знаете, вот немножечко все эти там массы, которые должны своевременно выводиться через толстый кишечник, также опустились к своему выходу и начинают потихонечку
напоминать о себе, что надо сделать опорожнение. Вот такие вот хорошие вещи происходят с нашим организмом, когда мы ходим. Кровь становится текучей, организм прогревается, настроение улучшается. Занимайтесь ходьбой, и будет вам здоровье.